Всем привет, с вами как всегда Миша, и сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Я так быстро говорю, потому что Brawl Pass будет через 3, 2, 1. Brawl Pass, 26 сезон. А что не происходит? А награды что мне не дают? Ладно. О, 27 сезон, Кибербой. Капец, крутые тут награды. Пас 1, 2, 3, 4. Вот это все расцветки, иконка игрока. А, новый сезон же открылся. Я помню, как я чуть мифическую лигу не апнул. Мне ее просто слили. Ну, скоро нам эту возьмем. Ну, давайте сразу БП плюс купим. Купить и сюда. И нам приходится чуть-чуть ждать, а то у нас с этим маленькие проблемы. Как всегда, экран скосился. Давайте пока подарки дня возьмем. У нас-то задерживается. Так, вот, все ведем. Так, о, мы уже получили столько наград. 8000 опыта! Офигеть! Так, блин, уже покупать. Ладно. О, вот этот сразу возьмем. Кредиты не забираем, потому что у нас еще будут они. Ну, скоро мы их получим. Только я не знаю, когда. Так, а стартеропы не забираем. О, гемасики. Хлопки. Эти. Нифига себе, сколько у меня. Мне нравятся эти значки. Так, вот так. Ну и все вроде. А почему мне на почту ничего не приходит? Ну, я знаю, что в ранговом сезоне 21 я знаю, что поздравлять, но... Где моя награда? Так, очки силы забираем. Походу, я в минусе остался. Ладно, пофиг. Давайте попробуем какие... Ну, скин. Все. Нифига себе. Ладно, так. Нету. Какие же купить? Из Brawl Pass же можно. Так, хакер Брок не надо. Ладно, давайте Еву эту. Так, где у нас Ева? У меня на драка все собрано. Так, надо сейчас этого найти. Эту Еву. Которую я никак найти не могу. Так и знал, не надо было 24 на 7 сидеть. Где Ева? Мне что, Еву? А, вот Ева. Монтра Ева. Мы получаем Монтра Ева. Выбрать. Ура! У меня монтра Ева есть. Теперь наконец-то можем собрать блинги наши. Вот блинги наши любимые. Еще у нас опять можно эпический скин купить. Я не знаю, кого взять. Может, два сверхредких? Они у меня не получится или получится. Так, и... А, не-не-не. Не сможем. Я, походу, в большом минусе остался.
кредиты я не получил. Надо было их собирать. Деньги. Карма мне стоит. А, мы же события не сделали. Вот эти у меня не стоят, потому что я квесты пытался выполнять. Но так и не получилось. В каком я минусе остался? У меня же этот. Ай, давайте какую-то поменяем. Может, такая подходит. Сейчас лето, какие-то летние аватарки. Все, крючок. Ну а тут это первый у нас Гидору. И давайте еще. Может, такая подходит. Титул мне подходит. Годила. Может, поменять на какой-то. А то спайк уже не так уж хорош. Но вообще, значок, который я больше всего использую, это вот этот. Еще. А, мы же эти еще не поменяли значки-то. Не, ну мне, конечно, без разницы в каких, но они новые. Пусть видишь, что я БП купил. Стоп, значок нормальный есть. Вот такой. Этот какой? Следующий забыл, который этот. Все, теперь надо поменять местами. Сюда этот. Вот так. Так, какого бойца же взять? Чуть-чуть подлагивает. Это нормально. Ну, если у меня вот это будет, я, конечно, у меня видео не такое, вряд ли будет долгое, потому что я в прошлом сезоне, когда был кит, самый первый, я и то там ждал где-то этот. Не помню, но я там ждал очень долго, где-то на протяжении 30 минут. Я ждал, чтоб мне просто выдали наград за прошлый сезон. А дали мне? Фиг. Ладно, давайте дуэли возьмем. Первый у меня драка. А чё двойной голос? Ладно, не будем так рисковать. Лучше возьмем Еву. Ай, значок. Мне вообще просто значки люблю менять. Я не знаю, какой скинчик мне прикупить. Я убрал Старс, добавил. Вот, например, мификов. Можно было... Ну, мификов скины. Их можно было покупать за 7250. А вот легендарные за 10000 клингов. У меня бы уже давно много легендарных было. Но не появляется. В Brawl Stars столького не хватает. Ну, этого жалко, что нет. Мравли. Так. Нет! Как? Как она маленькой пулькой меня убила? Эта девочка тупая. Скоро она пожалеет, что сделала. Ну, уже нет.
У меня только Мэйси осталась. Я на ней как-то хотя бы тащу. Мне уже не жить. Осталось только отбиваться. Не надо меня бить, не надо. Отвали просто, просто отвали и все. Как ты меня уже задолбала? О, вот, я как раз об этом думал. О, все. Нифига себе, открытие у нас будет. Я и сразу получаю. У нас еще этот музончик. Видите, музончик прям крутой. Calm down, everyone. Все, крутой, давайте открытие. Мега открытие 48 стардропов. Пока что сверхредкие падают. Думаю, хотя бы один мифик должен выпасть. Я кликаю только двумя пальцами. Если бы я четырьмя, то бы... О, сказал бы мне мифик выпал. Но я вообще Лего отсюда хочу. Почему-то мои слова всегда действуют, но только не сразу. Хороший падает сразу, плохие. Какая Бия? Легендарный 500 кредитов. Офигеть. Лучше бы мне 1000 дали. Мифик. Блин, 500 монет не такие уж хорошие для меня. Нужно мне и так этих монет валом. А ну хотя не всегда хватает. Вот 10 кредитов. Куда на Лори Лори? О, крутой музончик. Вот. Чё они это говорят? Ну, крутой музончик. О, ну я мык возьму, она сильная же. Вы как думаете? Во, следующего я Гавса возьму. Все, скоро слава будет. Имба. У меня 73 бойца. Почти все мифики. Говорю, что монет у меня валом. Конечно, вот. Музон. Все, это уже не так хорошо звучит. Так, выходим. Сейчас в проходе одиночная. И странно, почему не... А, у них же дата своя есть. Кибербой. Вот эту. Короче, добавили ту... Да блин, я забыл. Чарли. Капец, у меня мозги фиговые.
Я впервые за Лили играю. Ну как впервые? Не впервые, но на своем аккаунте впервые. У меня еще второй лак есть. Но я... Я совсем про него вообще забыл. Все. Все. Еще на вот этой надо сыграть. Да блин, что имена забываю? Раньше вообще даже все пассивки и гаджеты знал. А теперь даже имена забываю. На монтре Еве надо сыграть. Так, бежим. Все, добили. Бли. Все, пойдемте к Джеки. Сейчас дым. А где Джеки? Я ее напугать хотел, как бы. А, она там. Теперь еще раз напугаем. Да куда ты прячешься от меня? Чувствуешь, что это Суперселл надо мной издевается? Нифига себе! А, у меня ж пассивка такая. Я думаю, что я сношу так много после этой ульты? Офигеть! Что за заставка? Боже! Так... еще. И, кстати, никто не замечал, что Лили это третий боец, который не умеет разговаривать. Ну, Спайк не умеет, Грей не умеет, Лили не умеет. А никто об этом даже не задумывался. Ну, я задумался, может, кто-то еще. Ну, не знаю, никого. Так, он вроде бы в сторону шел. Все. 5 косарей. О, Байрон. Бэм. И убили. Легко. Можно сразу лапнуть, где-то 10-й ранг. Ну и остановиться. И Фэнга в кибербой не добавили. Странно. Я по календарям вообще не смотрю. По Брол Старсу. Ну, в прошлом сезоне. А, и смотрел. А, точно, у них же дата есть. Например, 6-го Brawl Pass плюс драка должен выйти. Нет, отвали. Нет. Все, сваливаем. Сейчас этот прицелимся и убиваем. Нет. Убро где-то. Да. Все. Ладно, 33 кубка мне будет хватать. Редкий. А, и 30 тысяч я успел тогда апнуть, когда квест выполнял. Так. И мы еще сможем... сколько мне геймфнат, чтобы эту акцию купить? И сколько?
Ладно, не надо. И целых 61 гем надо. Это вот, это офигеть как много. Так. А что я по аккаунту лезу? Сыграем на Монтриеве. Заставка просто имбовая. И тем более, как Чарли на заднем фоне выглядит просто громадина. Так, сейчас вот это убиваем. Мелоди. Сейчас такой, у меня мурашки по телу. О, Аудиха тут есть. Я не знал, что мне в катках будут. Все, давай отбивайся от них. Что? Да блин! И сыграли нормально катку. Крутая песня. Не знаю, покупать за 2000. Ладно, давайте 2 сверхредких купим. Посмотрим, какие. Так, зомбиби. Лесной дух Честер, ТТ. ПМК есть у меня. Ладно, возьмем акулка льда. Ну и все. Ну ладно, на этом видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться. На этом всем пока-пока.